У нас за решетку ежегодно попадает 30 тысяч человек. Такая ротация. 30 тысяч человек ежегодно только через суды проходят. Это только через суды. Я не говорю о тех, которые попали под следствие, откупились и ушли. Я не говорю о тех, которых разыскивают, допустим, они куда-то убежали и все такое. Я говорю как раз о тех, кто прошел уже через суды. 30 тысяч ежегодно проходят через эту систему. Конечно, они принимают какие-то законы, как-то что-то смягчают и так далее. Сейчас вот они постоянно рапортуют о том, что гуманизировали систему до такой степени, что тюремное население сократилось и так далее. Но на самом деле от этого легче не становится, потому что людей задерживали и задерживают очень часто неправомерно. В большинстве случаев задерживают неправомерно. И это дает им право. Любое задержание заканчивается тем, что человек вынужден как-то с этой системой договариваться. Любое задержание. И сейчас уже в Казахстане, наверное, не осталось ни одной семьи, которой бы не коснулось вот это вот тюремное право. Я считаю, что вот даже среди своих знакомых мы очень часто собирались вот с оппозиционерами, бывало так, что по 20 человек. И мы обсуждали буквально в каждой семье, даже более того, среди нас почти все сидели. То есть это очень страшное явление. Мы общество, в котором тюрьма – это как бы норма жизни. И, конечно, когда общество до такой степени пропитано вот этими тюремными ужасами, оно будет бояться выходить куда-то и будет чего-то бояться делать. Но я считаю, что с этим тоже можно и нужно бороться. Особенно сейчас, вот в эти дни. Казахстан все больше интегрируется в мировое сообщество. Он вынужден это делать. Вообще все демократические преобразования, они необратимы. Для любого государства, для любого постсоветского государства все эти преобразования, они необратимы. Потому что любое государство, оно заинтересовано в том, чтобы иметь партнерские торговые отношения, прежде всего. Чтобы иметь инвесторов, чтобы зарабатывать деньги, свою экономику поднимать и так далее. Если этого нет, изоляция, вы сами понимаете, Казахстан ничего не производит практически. Изоляция приведет к тому, что мы очень быстро скатимся совсем на днище и будем никому не интересны.